На этот вопрос можете ответить только вы. Стоит ли бороться, если ты заболел онкологией? Стоит ли бороться, если ты заболел каким-то тяжелым заболеванием? Стоит ли бороться, если твой ребенок при смерти? Стоит ли бороться? Весь вопрос, веришь ты в свою борьбу или не веришь? Все, во что ты веришь, чудеса происходят там, где в них верят. Здесь нужно чудо. И здесь, конечно же, нужны рядом люди, которые будут помогать бороться. Церковь, которая будет поддерживать в молитве, может быть, утешать, помогать, проходя тяжелые моменты. Я знаю немногих женщин, которые победили в своем браке, которые сохранили семью, которые из пепла просто на их глазах их мужья воскресали. Я видела такие, ну, судьбы, да, но их немного, потому что люди идти узким путем не хотят. Я не знаю, какой путь ваш. Это должен быть ваш выбор. Это не выбор, не мой выбор, а ваш выбор. Готовы ли вы платить эту цену? Потому что будет нелегко. И никто не даст гарантий, победите вы или нет.